Привет всем гостям и подписчикам моего канала. Сегодня готовлю, даже не знаю, как назвать, салатик, закуска из редьки белой с жареным луком. Ой, это так вкусно! Я помню, как мама моя очень часто это готовила. Все рецепты практически, которые я использую, это от мамы. Где еще я могла это взять? А у нас же не было тогда интернета. Были поваренные книги и мама, которая очень хорошо готовила, и я от нее училась. А, и соседка еще у меня была, когда я первый раз вышла замуж. Она прекрасно готовила, я у нее очень многому тоже научилась. Быстро как-то она это делала, так раз, все, обед готов. Вот, значит, делаем из белой редьки. Вот я сейчас покажу. Вот у меня редька. И нужна будет луковица. Редьки, конечно, многовато для меня одной, но я купила такую вот упаковку. Ой, вот еще там закатилась. Вот. Ну ничего, она у меня не пропадет, я ее съем. А половинку вот я уже съела просто кусочком. То есть она тоже пойдет в дело. Я купила просто в супермаркете, в сеточках продается. Так она не дешевка, в общем-то. Был доллар. Ну и я взяла вот это вот все за $1. Вот, значит, мне надо будет ее натереть, почистить, натереть и пожарить с луком, лук пожарить и потом смешать это все. Вот это вот у меня такая... Ой, что-то здесь прилипло. Вот у меня такая вот штука для чистки овощей. Она замечательно чистит, очень экономно, тончайшие шкурочки снимает. Так что я вот это всегда пользуюсь. Вот именно вот этим пилером. А какой фирмы? Сейчас я вам скажу. Ладно, потом посмотрю, скажу. Так вот, я вот просто чищу шкурочку эту и буду потом натирать. Но не на терке, я буду, у меня этот, как ее называют, электрическая мясорубка есть с такой стерковой насадкой. И я вот это буду там на этой электромясорубке делать. Охота мне руками тереть. Вот. Опять у меня маникюра нет, но я вам хочу сказать, дорогие мои женщины-подписчицы и гости тоже, конечно, я даю своим ногтям отдохнуть. Особенно, когда они у меня коротенькие, они у меня очень тонкие и часто ломаются, поэтому я стараюсь давать им отдохнуть, когда мне не надо никуда идти. В принципе, сегодня суббота, и завтра воскресенье, они у меня 2 дня могут подышать. Вот. А уже к работе я сделаю маникюр. Это очень полезно. И как-нибудь я сделаю видео, покажу, чем я пользуюсь для укрепления своих ногтей. Какие лаки у меня. Ой, у меня столько всего, что... Будет интересно, надеюсь, вам посмотреть. Так, сейчас я дочищу это все и буду крутить, натирать на электромясорубке. Да что же это не работает? Лучок мой поджарился вот до такого настоящего золотистого цвета. Но, по всей видимости, мне придется сейчас еще одну луковицу жарить, потому что очень... Мало его получилось. Вот сколько у меня получилось редьки. Вот. И она у меня, конечно, не пропадет. Но на это количество лука мало. Надо еще столько же, 2 раза. Вот терла я на самой крупной терке. Она очень вкусная, свежая. Вот сейчас я еще поджарю лук. И потом буду смешивать и показывать, что я делаю дальше. Вот этот поджаренный лук я сейчас... Переложу в эту стеклянную посуду.
с моей редькой. Вот, и буду жарить в этом же масле, потому что что-то очень много получилось. Я положила многовато. Вот. Не хочу больше добавлять масла. И, значит, я сделаю еще, наверное, две такие же луковицы. Я не думала, что у меня так много редьки получится. Вот я дожарила еще лучку немножко. И у меня еще есть на сковородке. Но я вот буду размешивать и смотреть. Если мне нужно будет добавить, я посчитаю, то я добавлю. У меня еще есть запасное. Я люблю, когда много лука. Вот, теперь, значит, у меня соль и обязательно черный молотый перчик. Это тоже все по вкусу, конечно. Вы знаете, я вот помню, мама клала сюда подсолнечное масло из жареных семечек. Ну, у нас такого, я не думаю, что можно купить. Я, правда, никогда не пыталась. Может быть, в русских магазинах где-то и можно найти. Надо посмотреть. Но вот это масло было бы здесь самое оно. А, вот. Так что, ну, придется мне добавлять оливкового масла. Я уже в лук, конечно, добавила еще масло, потому что прямо он сразу впитал все и стало очень сухо. Вот я сейчас еще добавлю лучка немножко. Вот у меня на сковородке еще есть. Поэтому я сейчас еще добавлю. Так, вот можно будет это сюда поставить. Я думаю, что я уже все сюда выложу, потому что, ну что там, останется ни туда, ни сюда на сковородке этого лука. Мало. Так, я сейчас не буду время занимать ваше, показывать, как я перемешиваю. Но единственное, что я хочу сказать, что я перемешиваю, если вы видите, вот так вот снизу подбираю, потому что я хочу, чтобы они остались полосочками. Я имею в виду полосочки, вот редьки, чтобы они не ломались. Вот я нашла, в смысле, я знала, где она у меня. Я достала эту вилку такую большую. Это вот этой вилкой достают. Она специально для того, чтобы мясо, например, из бульона доставать. Ой, у меня от перца прям я расчихалась. Вот. И я вот так вот перемешиваю. Аккуратненько, снизу. Это очень удобно. Так, ну и сейчас добавлю остальной лук. Можно пальчиком. Не, еще горячо. Ой, я помню, как мама моя делала. Она вот так вот клала на сковородку, чтобы вытереть все масло, чтобы ничего не выбрасывать. Вот. Да, у нее вообще никогда ничего не пропадало, ничего она не выбрасывала, никакие продукты. Я рассказывала в одном из своих видео, что она даже хлеб сухой, когда оставался, она его очень здорово разогревала на сковородке. Просто сухая сковородка, клала вот эти корочки, там что оставалось, кусочки какие-то. Вот так вот сбрызгивала рукой водой эти кусочки, накрывала крышкой. И на очень маленьком огоньке они у нее вот под этой крышкой, на этой сковородке под крышкой сидели и грелись. И был просто как свежайший хлеб. Я помню, мы его ели с маслом, и это масло таяло на этом свежем хлебе. Он просто свежий был. Так, ну ладно, вернемся к моей редьке. Вот, значит, я уже посолила достаточно, а перца недостаточно. Надо, чтобы было. Так, может быть, на чей-то вкус это очень много лука. Вы смотрите сами, потому что это я делаю так, как я люблю. Это же мне есть это. Поэтому каждый по своему вкусу. Может быть, чуть-чуть лука положит, может быть, еще больше.
Вот. А я добавлю сюда еще оливкового масла. Ой, все, летит кругом. Ну ладно, потом все уберу. Вот что получилось. Надо сейчас попробовать. Масло не буду добавлять. Добавить надо соли и перца. А так все нормально. Масла не нужно. Абсолютно. Значит, было достаточно того, что я добавила, когда лук жарила. Вот. Теперь, когда на тарелочку положу, если мне захочется побольше перчика или побольше соли, то всегда можно в тарелке посолить. Так, вот этого перца аж это самое. Из глаз и из носа все течет, извините. Вот так. Значит, я сейчас попробовала. Все очень вкусно. Сейчас я выложу на тарелочку и сделаю фотографию, чтобы показать вам, как это красиво будет. Вот. И опять это подходит к пиву. У меня еще пиво осталось, между прочим, от того, когда я креветки делала. Потому что там упаковки же они. Вот сейчас я вам покажу. Вот. Это упаковка. Вот я уже три выпила, а одна еще в холодильнике стоит. Так что у меня есть еще пиво. И вот это вот с черным хлебушком. И можно колбаску поджарить. Очень вкусно. Это как гарнир, как закуска, как просто на перекус отдельное блюдо. Вот. Я вам желаю всего хорошего, приятного аппетита. Заходите на мой канал, оставляйте свои комментарии, лайки. И особенно меня интересует комментарии тех людей, которые оставляют дизлайки. Но у меня так не очень много таких было. Но все равно мне было бы очень интересно, почему люди оставляют дизлайки. Если бы они рассказывали почему, то можно было бы избежать этого и как-то улучшить канал, или что-то там кому-то не нравится. Я бы посмотрела, как над этим поработать. Вот. Всего вам хорошего еще раз. Всего доброго, приятного аппетита. Пока. Забыла сказать, что это блюдо должно быть холодным из холодильника. Когда редька теплая, это совсем не то. Лучше всего поставить в холодильник перед тем, как ставить на стол, чтобы оно там немножко охладилось. Это еда. Вот тогда это будет очень вкусно. Но не теплая.